Добрый вечер, дамы и господа. Позвольте представиться, я Крис Бин, директор общества любителей театра Политехнического университета Корнли. И сегодня вечером я с радостью представляю вашему вниманию отрывок из «Убийства в поместье Хевершем». Мой режиссерский дебют. Ваши аплодисменты, дамы и господа! Рано. Аплодисменты «Убийству в поместье Хевершем». Флоренс, мне жаль, что ты видишь его в таком состоянии. Мой жених, ты уверен, что он мертв, Томас? Я проверю его пульс. Чарльз скончался, какой ужас. Несомненно, он отошел в мир иной. Я в недоумении. Час назад он был в полном порядке. Но чего ради? Кому-то понадобилось убивать его. Он был такой добрый, щедрый, истинный... филантроп. Мы должны вызвать полицию, Перкинс. Инспектор Картер уже в пути. Хотя, полагаю, сюда будет трудно добраться в такую метель. Где мой брат? Мой брат мертв? Не может быть. Он скрывал это, но, должно быть, его депрессия все же взяла верх. Думаю, это самоубийство. Это правда. Его улыбка зачастую была печально саркастической. И все же... Мистер Хевершем, как вы думаете, могли ли у кого-то быть мотивы и возможность убить Чарльза? Вздор! Абсолютный вздор. Это самоубийство. Нет смысла припираться. Скоро мы выясним правду. Ведь только что приехал инспектор. Скоро мы выясним правду. Ведь только что приехал инспектор. Какая ужасная метель. Добрый вечер. Я инспектор Картер. А это должно быть Чарльз Хевершем. Отнесите тело наверх для освидетельствования. Да, инспектор. Есть ли у вас версия, что могло стать причиной смерти? Это мог быть целый ряд причин. Удушение, асфиксия и яд. Я не хотел бы делать заявление до окончания освидетельствования тела. Как кто-то мог такое совершить? Постарайтесь об этом не думать, мисс Коллимур. Как только я закончу наверху. Я поговорю с каждым из вас в отдельности. У вас будет время успокоить нервы. Спасибо, инспектор. Все это выше моих сил. Я вернусь в скором времени, как только закончу освидетельствование тела. Крис.
слава богу, они все ушли. О, Сесси, мне страшно, я не вынесу этого больше ни минуты. Если узнают о нашем с тобой романе, мы станем подозреваемыми. Что стряслось, Лоренс? Успокойся! Перестань кричать! У нее очередной припадок! Прекрати сейчас же, у тебя истерика! Мисс Коллимор, куда же вы? Вернись сию же секунду! Она убежала. Я верну ее. Сесил, тебе лучше остаться. Осмелюсь предположить, у инспектора найдутся к тебе вопросы. Ты же был братом Чарльза, в конце концов. Так у вас есть ко мне вопросы, инспектор? Да. Да. Вы и ваш брат, вы с ним хорошо ладили. Когда как. В наших отношениях возникло напряжение после смерти отца. И, конечно, никогда не было секретом, что отец больше любил Чарльза, чем меня. Ясно. Это ведь ваш отец на портрете, да? Это он. Вылитый Чарльз, не так ли? Да, он с самого детства был очень похож на него. А вы младше на 4 года? Почти на 4, и мне не давали шанса об этом забыть. Все наше детство Чарльз унижал меня и относился ко мне высокомерно. Он всегда считал, что все знает лучше. А отец всегда принимал его сторону. И если что-то шло не так, как он хотел, он становился невыносимым. Совсем не похоже на идеального брата. На самом деле, больше похоже, что вы друг друга ненавидели. Не стану врать, инспектор. Мы с моим братом редко когда сходились во взглядах, но... Если вы пытаетесь сказать, что я имел какое-то отношение к этому убийству, то вы ошибаетесь. Ясно. Крис, Крис, Крис. Сегодня темная ночь, Сесил. Инспектор. Деревьев почти не разглядеть. Тащи, есть здесь не место. Что вы пытаетесь сказать, инспектор? Быстрее. Я пытаюсь сказать, Сесил, что сегодня прекрасная ночь для убийства собственного брата. Инспектор, я бы попросил. Нога застряла. У нас с братом были разногласия, но глубоко в душе мы любили друг друга. И при этом у вас была интрижка с его невестой. Да откуда вы это взяли? Из письма мисс Коллимор к вам, которое я нашел в кармане Чарльза. А, так вы знаете. Знаю, как, видимо, знал и Чарльз. Что ж, браво, инспектор. О, боже. Стой, стой, стой. Браво, инспектор. Вы узнали про меня и Флоренс, но это ничего не доказывает. Мы не имеем никакого отношения к убийству Чарльза. Вы серьезно думаете, что его убили мы? Возможно. По крайней мере, теперь мы на шаг ближе к разгадке убийства. Поместье Хэвершем. Берегись, стена. Падает. Осторожно. Мамочка.